Янис Залитис, 54 года, дипломат, военный атташе латвийского посольства в Москве, расстрелян 27 июня 1941 года, погребен на Коммунарке. Антонина Игнатьевна Новгородская, 73 года, проживала в Эстонии, выслана на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1941 года. Хильдур Августович Уэма, 13 лет, проживал в Эстонии, выслан на спецпоселение в Томскую область 6 июня 1941 года. Клеменсас Альфонсо Раикус, 2 года, проживал в городе Кмерге, Литва, депортирован в Красноярский край в 1941 году. Едвига Антана Романаускене, 40 лет, проживала в деревне Нечискай Зарасайского района Вильнюсской области Литвы, депортирована в Красноярский край в 1941 году. Лиена Виик, 84 года, проживал в Эстонии, депортирована, умерла в 1957 году, похоронена на кладбище в чистом поле Балахтинского района Красноярского края. Кайдула Густавовна Валки, 6 лет, проживала в Эстонии, выслана на спецпоселение в Томскую область 6 июня 1941 года. Альгимантас Иона Кирейес, 17 лет, проживал в городе Биржай, Литва, депортирован на территорию Туруханского района Красноярского края в 1941 году. Алдона Браняус Райнес, 5 лет, проживала в городе Тракай, Литва, депортирована в Красноярский край в 1941 году. Марис Георгиевич Орлеанс, 3 года проживал в Латвии, выслан на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1949 года. Арнольд Жанович Фрейденфельд, 17 лет, проживал в Латвии, выслан на спецпоселение в Томскую область 3 марта 1949 года. Абрам Самуилович Меллер, 3 года, проживал в городе Рокшис, Шауляйской области Литвы, депортирован в Красноярский край в 1941 году. Самуил Абрамович Меллер, 41 год, проживал в городке Рокишис Шауляйской области Литвы, депортирован 14 июля 1941 года в поселок Кресты Янского района Якутской АССР, умер в ссылке в 1943 году. Атилия Августовна Уэма, 17 лет, проживала в Эстонии, выслана на спецпоселение в Томскую область 6 июня 1941 года. Петр Петрович Эрк, 43 года, проживал в Эстонии, выслан на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1941 года, умер в 1944 году. Юлиан Чапликас, 51 год, бывший генерал литовской армии, бывший министр внутренних дел Литвы, расстрелян 30 июля 1941 года, погребен на Коммунарке. Антонас Томашайтис, 47 лет, доцент юридических наук Каунасского университета, бывший министр юстиции Литвы, член Сейма, расстрелян 30 июля 1941 года, погребен на Коммунарке. Янис Якубович Биша, 16 лет, проживал в Латвии, выслан в поселение в Томскую область 3 мая 1949 года. Анна Берковна Граундынш, 56 лет, проживала в Латвии, выслана на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1949 года. Август Усман, 54 года, проживал в Эстонии, депортирован, умер в 1953 году, похоронен на кладбище в Чистом поле Балахтинского района Краснодарского края. Мария Васар,
73 года, проживала в Эстонии, депортирована, умерла в 1950 году, похоронена на кладбище в Чистом поле Бахтинского района Краснодарского края. Лина Козё Йоспайтите, 4 года, проживала в деревне Гердишкис Поневежского района Литвы. Депортирована 22 мая 1948 года в деревню Черемашка Иланского района Красноярского края. Из ссылки не возвратилась. Нагирдас Тасё Юркус, 15 лет, проживал в деревне Саракай Тельшайского района Литвы. Депортирован 22 мая 1948 года на территорию Иланского района Красноярского края. Умер в ссылке в 1949 году. Марьяма Якубу Розентали Шишкина, 1 год, проживала в городе Шауляй, Литва. Депортирована в 1949 году в город Минусиск Красноярского края. Ссылки не возвратилась. Жанис Давида Шлапухас, 61 год, проживал в деревне Дегучай Енишинского района Литвы. Депортирован 2 ноября 1951 года в деревне Ивановка Рыбинского района Красноярского края. Умер в тот же год. Полномочный представитель Латвии в СССР в 1936-40 годах. Расстрелян 28 июля 1941 года. Погребён на Коммунарке. Рената Рудольфовна Тарде, 14 лет, проживала в Эстонии. Выслана на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1941 года. Мария Петровна Паласон, 41 год, проживала в Эстонии. Выслана на спецпоселение в Томскую область 17 июня 1941 года. Юрий Августович Абнер, 5 лет, проживал в Эстонии, выслан на спецпоселение в Томскую область 7 июля 1941 года. Павел Алексеевич Сувилов, 18 лет, проживал в Эстонии, выслан на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1941 года. Рихард Станиславович Дагис, 15 лет, проживал в Латвии, выслан на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1949 года. Эрик Августович Калацис, 19 лет, проживал в Латвии, выслан на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1949 года. Дайна Яновна Витус, 14 лет, проживала в Латвии, выслана на спецпоселение в Томскую область 3 марта 1949 года. Ян Янович Витус, 18 лет, проживала в Латвии, выслана на спецпоселение в Томскую область 3 марта 1949 года. Леопольд Богданас, 61 год, дипломат, советник Литовской дипломатической миссии в Москве. Расстрелян 27 июля 1941 года. Погребен на Коммунарке. Казимир Скучас, 47 лет. Министр внутренних дел Литвы в 1939-1940 годах. Расстрелян 30 июля 1941 года. Погребен на Коммунарке. Петрас Тасё Мартинкус, 33 года, проживал в городе Клайпеда, Литва. Депортирован 19 июля 1954 года в город Норильск. Вернулся на родину в 1977 году. Карлович Синемя, 19 лет, проживал в Эстонии. Выслан в Омскую область в 1949 году. Снят с учета спецпоселения в 1956 году. Мария Петровна Паласон, 41 год, проживала в Эстонии, выслана на спецпоселение в Томскую область 17 июля 1941 года. Магдисон Осип Моисеевич, 35 лет, проживал в городе Рига, Латвия, выслан на спецпоселение в Томскую область 14 мая 1941 года. Софья Евсеевна Магдисон, 31 год,
проживала в городе Рига, Латвия. Выслана на спецпоселение в Томскую область 14 мая 1941 года. Сил меньше. 64 года, дважды премьер-министр Латвии. Расстрелян 16 октября 1941 года. Погребен здесь, на Коммунарке. Валерия Феликс Дикшес, 19 лет. Проживала в Латвии. Выслана на спецпоселение в Томскую область 12 декабря 1941 года. Таливальд Янович Рубинис, 13 лет. Проживала в городе Рига, Латвия. Выслана на спецпоселение в Томскую область 14 мая 1941 года. Леон Йона Шаблите Шукене, 5 лет. Проживал в деревне Тряйгей Йонежского района Литвы. Депортирован 2 ноября 1951 года в деревню Орловка Рыбинского района Красноярского края. Вернулся на родину в 1959 году. Цицилия Давида Эленайте, 47 лет. Проживала в деревне Стагаряй Йонежского района Литвы. Депортирована 2 ноября 1951 года в деревню Налобина Рыбинского района Красноярского края. Вернулась на родину в 1957 году. Юханес Пиклахау, 56 лет. Проживал в Эстонии, депортирован, умер в 1951 году. Похоронен на кладбище в Чистом поле Лахтинского района Красноярского края. Густав Пиклакпулу, 63 года. Проживал в Эстонии, депортирован, умер в 1958 году. Похоронен на кладбище в Чистом поле Блахтинского района Красноярского края. Андрис Альбертович Миллерс, 1 год. Проживал в городе Добеле, Латвия. Выслан на спецпоселение в Красноярский край в 1941 году. Йонас Пятру Закас, 22 года. Проживал в городе Щаулинай Радвилишского района Литвы. Депортирован 23 января 1952 года на территорию Минусинского района Красноярского края. Из ссылки не вернулся. Светлая память всем расстрелянным, всем депортированным. Мы будем о вас помнить.